16-я международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы» проходила 1 и 2 июля в Ярославле. Ярославский эндоскопический симпозиум посвящен новым методикам диагностической и лечебной эндоскопии пищеварительной системы и традиционно представляет собой сочетание лекций мастер-класса, живых демонстраций эндоскопических операций и образовательного курса, организованного учебным эндоскопическим центром Ярославского государственного медицинского университета. В программу первого дня курса были включены демонстрации высокотехнологичных эндоскопических диагностических процедур и лечебных операций. Современные методики диагностики эндоскопического лечения предопухолевой патологии и раннего рака пищеварительной системы, панкреатобилиарная эндоскопия, эндосонография, новые технологии терапии пищевода Барретта. Второй день курса организовали в новом формате тематических образовательных сессий, включивших лекции, интерактивные тренинги, разбор клинических случаев, дискуссии с экспертами, а также отработку практических навыков на специальных тренажерах, в том числе и с использованием органов животных – свиных желудков и коровьего кишечника. Образовательные сессии и операции проводили ведущие международные и российские эксперты в области гастроэнтерологии, онкологии и эндоскопии. Звездой симпозиума был всемирно известный испанский гастроэнтеролог, патриарх гастроэндоскопии профессор Хосе Рамон Армэнгол Миро, который в настоящее время возглавляет отделение гастроэнтерологии и эндоскопии в университетской клинике Вал-де-Хеброн и в клинике Хирон в Барселоне. Впервые в рамках конференции был организован курс для медицинских сестер, работающих в эндоскопических отделениях, а также проведен чемпионат по колоноскопии, который проходил на тренажере «Симбионикс» с участием не только опытных специалистов, но и новичков.